канале Марина Жукова. Рада вас приветствовать. Сегодня у меня интересное тестирование. Сегодня посмотрим в работе беспроводной моющий пылесос. Он одновременно пылесосит, моет и плюс имеет систему самоочистки. Значит, друзья, это бренд eLife, модель WD90. Посмотрим, как работает эта техника. И в конце видео этот аппарат я разыграю в конкурсе среди своих подписчиков. Мне кажется, вещь очень нужная, полезная. Поэтому, друзья, смотрите видео до конца и принимайте активное участие в розыгрыше. Итак, друзья, внутри коробки непосредственно сам аппарат, он сразу был собран. У пылесоса есть два резервуара для воды. Этот резервуар для чистой воды, объем 700 мл. И второй резервуар для грязной воды, объем 500 мл. Тоже нажимаешь на кнопочку, все легко достается. Все части отдельно можно помыть. Здесь есть фильтр. Значит, есть вот такой вот клапан-поплавок. Если резервуар для грязной воды переполнен, будет, во-первых, голосовое сообщение, и пылесос сразу же становится в работе. Давайте посмотрим непосредственно сам валик. То есть тоже он без усилий, без каких-либо сложностей достается. Он, кстати, очень пушистый, мягкий, и помимо мягкого ворса есть внутри небольшие жесткие щеточки. Это для того, чтобы убирать с пола, убирать с мебели, с ковров какие-то серьезные засохшие загрязнения. Дальше ручка. На ручке непосредственно все управление. Здесь три кнопки. Кнопка системы самоочистка. Значит, можно делать легкую генеральную уборку, нажимая на кнопочки, и включение-выключение. Значит, внутри ручки есть еще вот такой вот рычажок, вот такая вот кнопка. Это автоматическая подача воды на валике. Там, где вам нужно больше воды, можно нажимать на эту кнопку, и вода будет дополнительно поступать на ролики. Чистки пылесоса, это ёршик и вот такая вот металлическая палочка. И также в комплекте еще идет зарядное устройство. Значит, зарядка на базе. Видите, мигает индикатор. Как только будет мигать зеленым, пылесос будет готов к работе. Вот сюда нажимаю ногой, ручка отъезжает вниз, и дальше управляю при помощи этих трех кнопок. Значит, смотрите, включаю. Все будет сопровождаться голосовым сообщением на русском языке. Это, друзья, очень удобно. У меня есть похожий беспроводной пылесос, но там все сопровождение на английском языке. И для меня это бесполезно. Здесь все на русском. Смотрите. Начинаю управлять. У меня сухая уборка. То есть весь мусор, какой есть на полу, будет собран. Дальше я вам уже сказала, внизу ручки есть небольшой рычаг. Нажимаю, на валик поступает вода. Все. Я думаю, что вам заметно. Пол стал влажным. Это очень удобно, если у вас ламинат. Мочить ламинат водой нельзя, то есть там нужно строго контролировать воду, так вот благодаря этому устройству это легко можно делать. То есть этот аппарат моет любой вид пола. И, кстати, друзья, смотрите, вот здесь мощность стала сильнее, и опять было голосовое сообщение. То есть если нужно прогенералить, либо какой-то большой ворс почистить, делаю более сильную мощность, и пылесос работает сильнее. То есть все сопровождается голосом. Друзья, сейчас устрою для пылесоса очень серьезную проверку. Значит, здесь у меня крошки с печеньем, здесь у меня кетчуп, и здесь у меня фломастер. Сначала будет сухая уборка, то есть без подачи воды. Начинаю уборку. Друзья, мне это очень нравится. Смотрим результат. Вот буквально 5 секунд, кетчупа нет, крупный мусор собран полностью.
Я думаю, что редко, конечно, у нас в жизни прям огромное такое количество мусора будет валяться на полу, но все может быть. Пылесос с этим справился без проблем. Дальше делаю уборку уже влажную, то есть добавляю воду. Начинаю уборку. Мусора пылесос собрал. Дальше проверяю на ковровом покрытии. Итак, на ковровой дорожке у меня крупный мусор. Начинаю собирать. Сухая уборка. Начинаю уборку. Значит, друзья, что могу вам сказать по факту? Очень хорошо этот пылесос чистит ворс. Внутри этого коврика вам, наверное, незаметно, вот прям в самом этом ворсе, где-то прям в глубине, есть черная парга. Так вот этот пылесос эту паргу вытаскивает. Вот настолько хорошо он засасывает, настолько хорошо работает его щетка. Я вам уже сказала, что она мягкая, но внутри есть еще небольшие жесткие кисточки, щеточки, которые вот как раз все волоски, всю вот эту вот паргу, нитки, все вытаскивает на поверхность. То есть идеально чистый стал ковер. Итак, показываю, сколько мусора на таком небольшом участке собрал пылесос. Смотрите, все внутри. И вот я открываю фильтр, и вы видите волосы. То есть даже волосы собирает пылесос. Итак, пылесос на базе. Включила зарядку. Бак для чистой воды у меня полный. Нажимаю на кнопку самоочистка. Все. Валики очень быстро вращаются, чистятся. И сейчас из бака вода уходит в грязный контейнер. Пылесос на зарядке, рядом сохнет валик. Все чистое, все аккуратное. Друзья, на этом заканчиваю свое видео. Вот такой вот аппарат для уборки мы с вами протестировали. Как видите, нужная и полезная вещь в хозяйстве. Этот беспроводной пылесос делает сухую влажную уборку и, что очень важно, имеет систему самоочистки. Это очень удобно. Не нужно руками мыть ролики, валики. Все делается нажатием на кнопки подачи воды. Это очень удобно, если ваш пол не терпит большого количества воды. Это, конечно же, ламинат, паркет, вот такие вот привередливые виды пола. Так вот, для вас этот аппарат будет самой настоящей находкой. Друзья, чистит эта швабра безукоризненно. Она одновременно собирает мусор. Она шикарно прочищает пол. Этот аппарат, на мой взгляд, намного эффективнее любой, даже самой дорогой швабры с ведром. Работает эффективнее, чем робот-пылесос. Хотя я люблю роботы-пылесосы и считаю, что они имеют место быть в доме для легкой повседневной уборки, когда без ваших глаз все становится чисто. Здесь, да, вы держите за ручку этот аппарат, но зато вы контролируете процесс. Вы получаете 100% чистоту. Я считаю, что это находка для современных хозяек. Вот если присматриваетесь к подобной покупке, обратите внимание на бренд E-Life, на модель WV90. Мне кажется, хорошее соотношение цены и качества. В общем, я осталась довольна, говорю вам абсолютно честно. Значит, этот аппарат сегодня разыгрываем в конкурсе. Я считаю, что это просто мега приз, поэтому, друзья, принимайте активное участие в розыгрыше. Чтобы стать участником, в комментариях
комментариях пишите Марина Жукова. Подписывайтесь на мои социальные сети, на группу ВКонтакте, на группу в Одноклассники. Значит, друзья, пишите, из какого вы города, чтобы не было накладок, потому что стали часто появляться однофамильцы, поэтому прошу вас написать Марина Жукова и город, из которого вы принимаете участие, куда нужно будет направить приз. Друзья, на этом у меня сегодня все. Больше информации в инфобоксе, где заказать, где купить, где какую получить скидку, поэтому совершайте выгодные, полезные и нужные покупки. Всем спасибо за просмотр, всем пока!